Привет, гуру, и добро пожаловать в очередной эпизод. Всем желаю хорошего дня. Если вы не знаете, кто я такой, меня зовут Джеймс. Я торгую уже больше 20 лет. Я выкладываю видео на YouTube уже в течение 3 лет. 10 лет я обучаю техническому анализу, обучаю трейдингу на фондовых, на криптовалютных рынках. В моем телеграм-канале около 7 тысяч человек, 78 тысяч подписчиков на YouTube-канале, 73 тысячи подписчиков в Твиттере. И я надеюсь, эти видео, которые я выкладываю каждый день в течение 3 лет, они приносят вам пользу. В этом видео мы посмотрим на графики по биткоину, посмотрим на эфир. Вчера я снова перезашел в FXS. Я продал токен FXS несколько дней назад по цене $13.50. Я купил токен FXS примерно на $60,000, и в итоге я получил почти $120,000 по этой сделке. И сейчас я снова перезахожу в токен FXS. По цене $10.70, по-моему, я взял примерно на $50,000-$60,000. Если вы еще никогда не пользовались биткоином, если вы думаете и говорите, что это скам, просто попробуйте это сделать. Попробуйте просто купить биткоин и отправить кому-нибудь хотя бы на $20. И как только вы это сделаете, вы поймете, какая технология стоит за биткоином. И, конечно, многие из вас могут сказать, да что там того биткоина, он стоил 69 тысяч, а теперь стоит 20-ку. Но прикиньте, если бы вы купили биткоин, как только он появился, купили бы всего на доллар, то сейчас у вас было бы больше 8 миллионов долларов. Я сам зашел в биткоин в 2012-м, я начал майнить биток тогда. И люди еще тогда мне говорили, что биткоин — это полная херня, это какой-то скам. Я видел, как биткоин стоил еще $100, выходил вверх на $1000, опускался, выходил на 20 тысяч, опускался до 3 тысяч. Все это я уже проходил. Так что этого бояться не стоит, просто изучайте эту технологию, изучайте биткоин. Подпишитесь на канал, где уже 78 тысяч подписчиков, поставьте лайк. И прямо сейчас давайте перейдем к техническому анализу по битку. Открываем графики. И посмотрите, сегодня FXS прошел немного вверх, плюс 1,3% роста. Как я уже сказал, я закупил снова FXS. Если вы смотрите мое видео, вы знаете, что несколько дней назад я позакрывал все свои позиции, но теперь перезакупаю. Токен MCRT тоже сегодня чуток подрос на 1%. Но прямо сейчас давайте перейдем на биткоин, посмотрим, что там. И посмотрите, что сейчас произошло на биткоине. Какая тень на свече. Куда там доходил биткоин до отметки 21848? Но я снова давал торговую идею заходить в лонг на биткоине. Почему? Потому что вы видите, здесь рисует вот такую фигуру биткоин. На графике вы можете увидеть нисходящий расширяющийся клин. Также на биткоине нарисовался бычий флаг. Вот посмотрите, давайте немного увеличим график. И я полагаю, что биткоин может выйти вверх до отметки $22,073. Давайте подумаем, где можно было бы открыться на битке, если вы еще не заходили ни в какую сделку. Я думаю, что прямо сейчас можно зайти в лонг на биткоине. Думаю, что в ближайшее время мы увидим такой мини-булран на биточке, поэтому можно было бы заходить в лонг здесь. Давайте переключимся, уточнимся еще на 15-минутке. Что у нас на 15-минутке происходит? Вот здесь, наверное, все-таки можно зайти на биточке в лонг, чуть пониже. Конечно же, не забываем поставить стоп-лосс. И теперь думаем, куда поставить тейк-профит. Хотя, на самом деле, может быть, и оставить ту же торговую идею, которую я давал в прошлый раз. Все еще актуально, мне кажется, эта торговая идея. Тут можно, наверное, ничего не менять. Ну, давайте еще раз уточнимся, подумаем. Вот так вот можно поступить. Вот такие параметры сделки. Открываемся на 21,784. Стоп-лосс ставим на 21,740. И тейк-профит ставим на отметку $22,073. Соотношение риск-прибыль получается 6.55, риск $44, и потенциальная прибыль составляет $288. Это если вы торгуете без плеча. С 10-м плечом можно заработать $2880. Если вы торгуете с 20-м плечом, то тогда можно заработать около $6000. Вот такую сделочку можно было бы открыть на биткоине. Но пока что напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под этим видео есть полезная ссылка. Регистрируйтесь по этой ссылке на криптовалютной бирже Bybit, и вы можете получить бонус в общей сложности до $30,000. Но для того, чтобы получить этот бонус в полном объеме, вам нужно выполнить все необходимые условия. Также не забывайте, что на бирже Bybit вы можете купить токены MCRT, проходите мои курсы по криптовалютному трейдингу и, конечно, присоединяйтесь к моему бесплатному телеграм-каналу с торговыми идеями. И перейдем теперь на мой торговый аккаунт на Bybit. Здесь у меня открыта сделочка по биткоину. Цена входа $21,784. Объем этой сделки составляет 0.897 биткоина. Тейк-профит стоит на $22.73 и стоп-лосс на $21,740. Как устанавливать ордера на бирже Bybit, этому я обучаю на своих курсах по криптотрейдингу. Ссылка опять же в описании под этим видео. На аккаунте у меня активов на
233 700 долларов. И сейчас я в основном сижу в USDT, 149 800 долларов. Также у меня 10 700 000 токенов MCRT. Ну и остальное там по мелочам. Если вы смотрите мое видео, вы знаете, что я попродавал большинство своих активов несколько дней назад. Но сейчас я планирую перезаходить в некоторые активы. Также сделал твит в своем твиттере. Если крипто ограничат, мы вернемся в старые времена, когда покупать активы можно было только на IPO. И делать это могут только крупные компании с оборотом в миллиарды долларов. Это мой ордер по биткоину. Цена входа 21 784, объем 0.897 биткоина, 20-е плечо. И вот такой ордер у меня сейчас установлен на битке. Этот паттерн я как раз вам показывал сегодня в видео, почему я думаю, биткоин может пройти вверх. И еще один мой твит. Бычий флаг на графике по биткоину. Токен MCRT вырос сегодня на пару процентов. Так выглядит график токена MCRT. И на CoinMarketCap проект MagicCraft набрал уже 100 000 подписчиков. Это, конечно, прекрасно. Что еще мне интересного показать? А это мой новый проект, в который я инвестирую. ChatGod называется. Но суть его заключается в том, что у вас будет свой собственный помощник, основанный на искусственном интеллекте, прямо в вашем мессенджере, WhatsApp или Telegram. Используем знаменитую технологию ChatGPT, которая очень популярна сегодня. Можете пройти на наш сайт, узнать сами подробности chatgod.ai. Мы сейчас как раз тестируем эту технологию, тестируем этот продукт. Напоминаю также о том, что если вам кто-то пишет в личку, имейте в виду, что это не я вам пишу, это какие-то скамеры. Посмотрите, сколько фейковых аккаунтов только на Инстаграме. Все это десятки фейковых аккаунтов. Мы их постоянно удаляем, но они плодятся снова и снова. Это пост, который я закинул в телеграм-канал с торговыми идеями. Я написал, что я продал FXS по цене 13.50 и теперь перезахожу по цене 10.70. Купил на споте на 50 тысяч долларов. Но опять же, это не финансовый совет, я просто показываю то, что я делаю на рынке со своими деньгами. Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу с торговыми идеями, это бесплатно, ссылка есть в описании под видео. Почему я перезашел в FXS? Потому что я считаю, что он нашел сейчас уровень поддержки и будет идти вверх. И я рассчитываю, что там можно будет получить как минимум 34% прибыли. Ну и по эфиру, я думаю, мы пройдемся уже в следующем видео. Спасибо, что посмотрели этот видос. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. С вами был Джеймс Криптогуру, и увидимся завтра.